Организатор акции – Управление массовых коммуникаций и Первый городской канал по инициативе губернатора Кировской области Александра Соколова. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали. А завтра, завтра, наконец, последний бой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный сам, а я в России. Домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в России. Домой хочу. Я так давно не видел маму. Последний раз сойдемся завтра в рукопашной. Последний раз России сможем послужить. А за нее и помереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму.